На библейском портале «Экзегет» отвечаем на ваши вопросы. Почему православие считает своего Бога лучше других богов? Нет Бога, кроме Господа. Дело в том, что у нас с вами не какой-то римский пантеон или античное собрание различных изваяний, между которыми мы будем выбирать себе любимых. И один поклонник Артемиды Эфесской другой Венеры Милоской, а третий и вовсе Марса или Зевса Громовержца. Нет Бога, кроме единого истинного Бога, сотворившего небо и землю, море и все то, что в них. И Бог благоволил открыть для человечества самого себя одним самым высоким и великим образом, который мы называем Бога воплощение. В лице Господа Иисуса Христа мы с вами получили возможность познакомиться с Богом лицом к лицу, узнать Его и возблагодарить Его, и посвятить Ему свою жизнь, и воспользоваться теми благами искупительного служения Христа Спасителя, ради которого Он и воплощался. миновать богами что-либо из тварного мира крайняя э, ущербность. Это несчастье, поскольку поклонение Творцу отменяется поклонением твари, и та душа, которая к этому приходит, не, неизбежно впадает в безумие. Она тяжко заболевает. Идолопоклонство – представляет из себя несчастнейшее состояние человеческой личности, изменившей поклонение тому, кому достойно и праведно поклоняться, на то, что ниже самого человека по его тварному достоинству. Апостол Павел говорит, это очень небезопасно. И тогда, когда люди извращают самое главное вместо Творца, Поклоняются чему-либо тварному, своему или какому-то своей выдумке о Боге или чему-либо материальному, то тогда Господь, вслед за этим извращением правды, попускает человеку впадать в всякое другое извращение. Ему кажется удобным брать чужое, Он извращает отношения между мужским и женским полом приходя к употреблению своего собственного пола вместо противоположного в, и предписанного к законному супружеству, извращается все в человеке. Он себе кажется непобедимым и бессмертным, и горько гибнет иногда в рассвете своей или в самом зените своей земной славы, доказывая, что был он прах и пепел, и землей остается, и возвращается в землю. Так что самое опасное это как раз вот это извращение поклонения в поклонении источнику всех благ. И когда мы источником всех благ называем кого-либо иного, кроме Господа, которого явил нам Его единородный Сын в лице Господа Иисуса Христа, с которым связывает нас Дух Святой, явившийся в Церкви и создавший Церковь через 10 дней после Вознесения Господня, если кого-либо иного мы именуем Богом, то это неизбежно влечет за собой глубокие повреждения человеческой души и ее этой души ослепление и отпадение от той вечной жизни, которой мы призваны. Именно поэтому мы никак не можем провозгласить равными по достоинству разные религии мира, все они ведут к чему-то хорошенькому, все они для души какой-нибудь полезный дают продукт, ничего подобного. Поклоняться иному Богу, кроме Пресвятой Троицы, неизбежно ведет человеку к полному внутреннему краху а значит и внешнему краху, поскольку смерть человека, которая разлучает его со временным, поставит его, не нашедшего, не пожелавшего поклониться истинному Богу, перед лицом вечной смерти, именуемого адом что Господь никому, конечно, не желает, поэтому в Евангелии открывает нам правду об этом озере огненном, не для нас с вами, не для людей уготованных, но для Бога противника, дьявола и тех, кто за ним последовал. Потому страшно впасть в руки Бога живаго, потому страшно, будучи призванным к вечному свету, оказаться в вечной тьме. А избежать этой вечной тьмы нам удастся только при поклонении единому истинному Богу в Троице, прославляемому нами и достопоклоняемому.